Да, здесь была кухня. Кухня и там пару комнат. Это грунт у нас, скажем, дерево мы специально посадочный субстрат. А там сеновал был, и там ребята группешник устраивали, эти волонтеры. И сданули здесь. И такие есть. Вся их понимают. Каждый день, в субботу, в воскресенье, когда дождь, выходной, жара, отдыхают, когда надо, там праздник какой-то у людей. У меня еще плюс около 30 в год проходят общественные и полезные мероприятия. Это когда собираются сюда толпы народа, это 200 человек приезжают из Москвы. Вот это день хист, ускоряющий семинар 3 дня. Там вот сейчас будут жовы собирать, будут жовы высаживать. Там пожарные тренировки, там старухам даешь тепло, или как подарить тепло, старухам дрова заказывают. Тоже приезжает куча народу, начинает помогать. Часть работы выполняют волонтеры. Вот. Нет, ну они сами привозят, готовят. Костры, плохо. Тут нормально получается. А если вы туда, получается, убиваете ресторан? Да. И там еще котельня можно тоже. А там вот там 4 гектара. Поле. Здесь 4 гектара такая. Которая тоже. Не особо 100 гектар это? 104, да? Ну это сельхозка, да? Ну конечно. Тут она РЖС-ская вот. Ну, здесь такая. А чем топите? Либо майнинг, поставим сейчас асики на 7 киловатт, они будут загонять тепло сюда. Интернета здесь нет нормального, да? Да, нормально работает. ТВЖ работает. Там санузлы, сушилка какая-то. Слушай, ну столько денег было откладывать еще, а? Сюда собака художника когда разгоняют, или сюда встречаются. Вот осталось от новогодней елки в бане совместно. Да, ну их надо это. Порезать по 5 сантиметров и продавать креблевскую елку. У меня с этим заебали. Я курьеры, ребята работают. Курьеры с Волоколамска летит, с Твери. Машина, да, там скворечник из креблевской елки. Там губернатора не хватило, там какой-то министру не хватило. Проходи, проходи. Опустите, да? Да. Ну, здесь до 1500. Да, да, не боишься заразим? Нет, до 1500. Сейчас вот мы по-новому все это разводим. Здесь вот клетки вставляются в эти. Да нет, наоборот, это
Три дома в деревне, два своих, один продают, и хотят купить вообще. И что там, 30 гектар? Вот там и деревня. А это 104 гектара, это ты в аренде, да? Да, ну, да, вот будет оплата.